Здравствуйте, уважаемые! С вами компания Экоальянс, я Антон Оренбург. Сегодня мы находимся в городе Орск на мясокомбинате «Желен». Запускаем наше оборудование Burner 3000. Все в процессе, отходы уже закинули, идет процесс сжигания. Сейчас мы покажем выхлоп и саму установку. Значит, это у нас такие отходы. В основном это пленка, картон, различные биологические отходы, некондиция и так далее. Значит, вот это наше оборудование, система распределения воздуха, которая себя очень хорошо показала. Скорость сжигания в разы увеличилась, экономия топлива, соответственно, стала лучше. Ну и сам процесс горения проходит до полного пепла. Раньше в установках подобного типа без системы распределения воздуха у многих оставались так называемые коржи, неполное прогорание отхода. Сейчас этого нет. Засними ее, покажи, пожалуйста, что открывается. Воздушные каналы, которые регулируются полностью на открытие, на закрытие. В этой установке их 5. Также установлен вентилятор внутри трубов. Очень большой вентилятор. Покажи выход. Сейчас покажем, что у нас на выходе из дымовой трубы. Дыма абсолютно нет. Температуры не очень большие. Сейчас мы вам покажем, сколько градусов. Оборудование работает на газовых горелках. Всего их установки 5 штук. Температура в камере дожига 208 градусов, в основной камере 157. Идет процесс горения.